Прокуратурой города Копейска проведена проверка, в ходе которой установлено, что глава Копейского городского округа Истомин Вячеслав Викторович в период с 24 февраля текущего года по 3 сентября в нарушении требований закона не принимал меры по освобождению своего заместителя по имуществу городскому хозяйству и градостроительству Валерия Приходько на занимаемой должности. Поскольку ранее проверка прокуратуры показала, что Приходько не имеет высшего образования, что является обязательным требованием для занятия этой должности. В период с 24 февраля по 3 сентября Приходькину начислена и выплачена заработная плата на сумму более 400 тысяч рублей из местного бюджета. В результате бездействия главы городского округа муниципальному образованию Копейский городской округ причинен ущерб в сумме, которую я уже сказал. В этой связи прокурор Копейска обратился в Копейский городской суд с исковым заявлением к главе Копейского городского округа о взыскании суммы причиненного ущерба.